обстоятельств. Вот ордер. Хотите пересечения обстоятельств государственной границы. Вот я обстоятельств, пожалуйста, пригласите сюда. И вы мне здесь, пожалуйста, объясните. Как вас зовут? Старший пограничный. А фамилия? Уважаемый старший пограничный наряд. Я совершенно не возражаю уточнить различные обстоятельства, но я очень счастлив буду уточнить их здесь. Пойдемте со мной в служебное помещение для уточнения обстоятельств. У меня здесь адвокат, у меня здесь жена. Я хочу, если можно, уточнить здесь. Ну, то есть я не возражаю против того, что мы уточнили что-то. Ну, я не планирую никуда идти. В смысле, а вы можете мне пояснить, он задержан или что? Какие основания?